Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». Мы с Иваном продолжаем изучать казахстанскую культуру, находясь в Алматы. Казахстан не хочет нас отпускать, а мы не хотим уезжать. Также мы регулярно посещаем как светские, так и спортивные мероприятия. И вот об одном из них нам хотелось бы вам рассказать. В Алмате 26 сентября 2021 года состоялось одно из самых масштабных беговых событий Средней Азии – Алматы Марафон. В этом году мероприятие прошло уже в 10-й раз и собрало более 5000 участников. Помериться силой мышц и духа смогли не только казахстанские спортсмены. На дистанцию вышли и участники из других стран. И мне кажется, что лучше всех об этом марафоне смогут рассказать сами бегуны и организаторы. Алга! Итак, друзья, мы прибыли поддержать марафонцев, которые сегодня с самого раннего утра, начиная с 6 часов, сначала делали разминку, потом делали зарядку, а потом взяли мощный старт. Кто-то из них бежал на 10 километров, кто-то преодолел дистанцию в 21 километр. Ну и, конечно, самые крутые марафонцы вернутся еще не скоро, потому что на их пути 42 километра. А вот это уже чемпионы. О! Здравствуйте! Вы уже закончили марафон? Да. 10 километров? Да. А вы первый раз принимаете участие? Первый. Ну и как ощущения? Поделитесь. Шикарный, классный. Ну, по нему вот видно. Третий раз. Сразу видно, что человек третий раз бежит. А, ребят, насколько сложно было вот именно 10 километров преодолеть? Это, ну, вы тренировались как-то, готовились к этому событию? Вообще никак. Я же не прочувствовал. Интересно, вообще не готовились, сразу побежали. Но это было морально тяжело. Ну, я так понимаю, в следующем году уже на 42 километра побежите. Конечно. Да, дай бог, дай бог. Ладно, ребят, я желаю вам удачи. Я приехал из Питера специально смотреть. Добро пожаловать в Алмату. Самый солнечный город. Это точно. Вот после Петербурга, ребят, я влюбился в Алмату. Поэтому спасибо за теплый прием. Спасибо жителям этого города. Я прям получаю колоссальное удовольствие. А вам удачи во всех начинаниях, в том числе и в спортивных. Я первый пришел в марафоне. Я первый участвовал в этот марафон. Всем спасибо. Да, меня зовут Уралбаев Абдухалил Абдраимович. Я также являюсь членом народа Казахстана, Республики Казахстан. Я представляю узбекский этнос, проживающий в Казахстане. Мы руководим Узбекским национальным культурным центром города Алматы, соответственно. Это наш марафон, первый марафон, соответственно, то, что мы делали. Ощущения, ну, я думаю, что это надо попробовать, испытать на себе, как это будет выглядеть. Я думаю, что каждый человек, который ставит перед собой цель, задачу, сказать, что ты сможешь, я думаю, это всем по силам. Собрались более 20 тысяч людей, вы представляете, это какая дружба. И главное, когда там идешь, уже ты не можешь сочкануть, остановить. Видишь, что с тобой бегут молодые, взрослые, пожилые. Я видел даже со мной в нашей группе бежали колясочники, да, и как-то, знаете, вот этот дух такой востребованный, и как силы появляются, и начинаешь бежать, бежать. Честно признаюсь, это мой первый марафон, я думал, ну, километров 3 отбегу, и потом потихоньку буду там пешком идти, но нет, старался цепляться, старался что-то тоже где-то, ну, и думаю, что, и главное это, вот, знаете, не победа, а участие, я думаю, еще раз показало, что это наша сплоченность, как говорил наш Елбасы, один из основателей Ассамблеи народов Казахстана, единственная сила, соответственно, я думаю, что, так как в этом нашем Казахстане проживает более 100 этносов, и мы, как одна большая семья, которая живем по одним шанракам, я думаю, что это большая мотивация для нас. Я думаю, что это самый такой большой стимул, что если мы вместе, то мы все поборем и все вместе перейдем все несгоды. Все вместе переборем эту пандемию, соответственно. Я думаю, что у нас все еще впереди. Ух ты, так это марафонцев поет. Крутые ребята, вы видите, сколько сил и энергии уходит для того, чтобы одолеть дистанцию в 42 километра. И как приятно, что есть люди, которые готовы их напоить, поддержать. Ребята, вперед! Мы в вас верим!
Я тоже сделаю вид, что я марафонец. Я бегу. Дайте попить! Кто-нибудь! Дайте попить! Спасибо большое. Ого! Ой! А это правда? Вот это можно тоже брать марафонцам? Да, можно все брать. Слушайте, а что же вы раньше не сказали? Если бы я знал, что тут такие вкусняшки раздают, я бы тоже побежал в марафон. Еще не поздно. А это дают только тем, кто 42 километра бежит, или на 10 километров тоже можно было съесть? Тоже можно. Классно. Шансая. Меня зовут Шансая. Вы волонтер, правильно? Нет, я просто болельщик. А, вы болельщик? А кто, за кого вы болеете сегодня? За всех. Итак, сейчас я тоже попробую поддержать наших дорогих марафонцев. Друзья, возьмите у меня, пожалуйста, стакан воды. Я хочу вас поддержать. Пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Мадлена. Мадлена, вы волонтер? Да. А что вот вас мотивирует? Во-первых, я хочу найти больше знакомых. Во-вторых, это, как мне кажется, очень хорошо для моего резюме при поступлении в ВУЗ. Меня очень радует, что особенно люди в возрасте участвуют. Так, друзья, давайте проверим, где допинги для марафонцев. Будем искать сейчас допинги для марафонцев. Но, кажется, ничего, кроме соков, воды и кока-колы мы здесь не встретим. Здравствуйте. А энергетики дают марафонцам? Энергетики я не пью сам, я не знаю. Ну, может быть, лучше бы тогда результаты были у спортсмена? Или воды достаточно? Воды достаточно. Слушайте, а бывают люди, которые участвуют в марафоне, чтобы поесть? Вот тут я смотрю, шоколад раздают, бананы. Есть и такие, наверное, да. Всем привет, петербуржцам. Алга, Петербург. Меня зовут Гульзат, ее зовут Аружан. Мы вместе работаем. Участвуем уже, какой год? Третий год. И нам это очень нравится, потому что это как благотворительность. Мы хотим вложить в общество свое и при этом получить тоже удовольствие. Это же для здоровья все такое. А у вас 10 километров была дистанция? Да, у нас 10. Получили удовольствие сегодня? Да, очень, да? Очень впечатлило все, подготовки, вот это организаторы, все. Очень-очень понравилось. А вот скажите, к 10 километрам нужно готовиться? И если да, как вы готовились? Можно сказать, я почти не готовилась. То же самое. Можно пробежать, если здоровье все позволяет. Самое главное желание. Можно. Ну, а сегодня была какая-то конкуренция, какие-то, знаете, толчки в спину, вот что-то такое было? Нет, такой интересный случай было, конечно. Бежишь, и рядом бабушка бежит. Я спрашиваю, сколько вам лет? Она говорит, 90. Ого, аж мне стыдно стало. Начала быстрее бежать, чтобы не опозориться. Человек пробежал марафон 42 километра и до сих пор не может остановиться. Вы только посмотрите. Фантастика. Здравствуйте. Как ваши результаты в сегодняшнем марафоне? Это было здорово, учитывая то, что я не готовилась. Это был мой первый марафон. Самое удивительное, что я пробежала 10 километров без остановки. Я не готовилась, но при этом утром сегодня встала с таким ощущением, что я не сделала. Как зовут чемпионку? Чемпионку зовут Лейла. Лейла, расскажите, вы впервые принимаете участие в марафоне? Да, я впервые. Эмоциями не передать, честно сказать, я впервые, но мне удалось с легкостью. Какие планы на следующий год? Ну, планы на следующий год 21 км. А вы с какого канала? У нас Алга Петербург канал, мы с Петербурга приехали. Просто хочу сказать, у нас там, у меня есть коллега, у нее мама поклонница. Они хотели, кстати, с вами встретиться. Меня зовут Ирина, я в марафоне участвую первый раз. Но я давно готовилась на предыдущий марафон, я просто не смогла попасть. Но я очень хотела. Для меня это что-то такое, это столько эмоций, это вот что-то новое, это преодоление себя, потому что ты бежишь, это у тебя сила, она ниоткуда просто появляется, и тебе просто хочется бежать. А когда ты встречаешь группу поддержки, которая тебя поддерживает через каждые, там, может быть, 100-500 метров, это тебя вдохновляет и еще больше мотивирует. А когда, конечно, прибегаешь на финиш, и уже независимо под каким номером первый ты или, допустим, там последний, это уже, мне кажется, не зависит, потому что само участие, это очень много, мне кажется, дает тебе, потому что ты все равно в любом случае будешь доволен собой, потому что ты преодолел себя, ты утром рано встал, ты, во-первых, наверное, и просто побежал, и вот эта вся атмосфера, она настолько просто супер. Вот халявщики.
кто-то бежит, а кто-то лежит. Друзья, кажется, это святое место для всех марафонцев, потому что сюда стремятся попасть многие, чтобы сфотографироваться, сделать селфи и каким-то образом отметиться именно здесь. Я сейчас вам покажу людей, которые вот готовы отстоять очередь, чтобы попасть к этому прекрасному месту. Здравствуйте! Я подписан на ваш канал. Спасибо большое. Привет, Алга-Петербург. Спасибо. Ольга Нарахмет. Можно посетить сегодняшний полумарафон. Для нас это большая честь. Привет, я обожаю Питер, я была в нем около 10 раз, даже вот свой первый полумарафон пробежала в Санкт-Петербурге, кстати. Поэтому передаю огромный привет каналу «Алга Санкт-Петербург». Меня зовут Савлей Сергазинова, я являюсь амбассадором Алматы марафона. Ранее я бегала, сейчас по травме временно хожу в скандинавскую ходьбу. И с тех пор у меня есть такая классная традиция, это танцевать в стартовом финишном городке. Когда я уже получу медальку, я всегда танцую и таким образом делюсь прекрасным настроением. Я сама путешественница, и я раньше всегда путешествовала на старты и даже принимала в командное участие в триатлоне, в Ironman. В разных странах мира пробегала и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Лондоне, и в Стамбуле. Ну, я всегда за здоровый образ жизни, за спорт, за любовь к спорту, любовь к своему телу в первую очередь. Поэтому хотелось бы пожелать людям, чтобы занимались собой в первую очередь, слушали себя, собственное тело. А наше тело, оно просит спорта, оно просит правильного питания. Поэтому занимайтесь спортом, занимайтесь массовым спортом. Вот сегодня 19 тысяч человек здесь собралось. И на самом деле очень вдохновляющая атмосфера. Вообще атмосфера марафонов, ее не передать словами, ее надо прочувствовать, надо побыть участником, надо ее прочувствовать. Всем привет и добро пожаловать, Алга, Казахстан. Алга, Петербург, да, на казахскую землю. Я извиняюсь, что просто уже с утра на сцене нахожусь. Меня зовут Энн Валихан, я бессменный. Мне нравится так говорить, потому что это в моих руках быть бессменным, ведущим Алматы марафона. Мероприятие, которое на протяжении 10 лет уже популяризирует массовый доступный вид спорта. У нас здесь и бегуны, и скандинавская ходьба, бегуны на разной дистанции. И я рад, что в свое время, 10 лет назад, появилась такая идея сделать праздник, первую годовщину для всех горожан. И мы запустили такую идею, как Алматы марафон, в
первый раз участвовало около 1000 людей. Предпоследний раз было 17 000. Два года мы ждали этого события, юбилейного 10-го, и уже, вы видите, огромное количество людей, несколько тысяч выбежало, несмотря на то, что, конечно, есть проблемы у других регионов, у других стран с логистикой, не все смогли приехать, какие-то страны закрыты, но потихонечку мир все-таки начинает очищаться от ковида. Мы стали осознанны, мы стали заботиться не только о своем здоровье. Я помню, перед первым локдауном, перед первыми вспышками, мы все боялись только за свое здоровье. Теперь мы начали любить и уважать, и защищать ближнего. Это большущий праздник, и я рад, что Алматы-марафон стал визитной карточкой не только нашего города, не только Казахстана, а всей Центральной Азии. Мы входим в пятерку самых крупных марафонов, которые несут благотворительный характер. И я бы хотел сказать, Алга, Санкт-Петербург, если вы еще этого не знаете, то все вырученные деньги на протяжении 10 лет, 10 марафонов, они тратятся на, вот, как бы, наверное, заезженное слово благотворительность, но мы помогаем детям, у которых есть проблемы со здоровьем. Это особые дети, у которых мощная сила воли, и которым нужна наша помощь. И бегуны, которые бегут дистанцию, они не только бегут ради собственного здоровья, не только бегут ради настроения и праздника, они бегут, зная, что они спасают чью-то жизнь. Только что закончился праздник спорта. Марафон на 10, 21 и 42 километра. И, разумеется, мы присутствовали на этом событии, и нам есть чем с вами поделиться. К сожалению, мы не побегали, но мы прекрасно провели время. Невероятная здесь обстановка. И знаешь что, Саша, я даже подумал, что если вот кто-то до сих пор сомневается, что надо ли ехать в Казахстан или нет. Друзья, это мероприятие, которое доказывает, что в Казахстане невероятно комфортно всем людям самых разных возрастов, самых разных вероисповеданий. В общем, это настоящее такое душевное, теплое место, где можно отлично проводить время. Поэтому я хочу даже на английском, Саша, сказать, потому что мы международный канал. My friends, if you want to visit wonderful place, if you want to meet different people from around the world with warm hearts, with very nice attitude to you, you have to visit Kazakhstan. So welcome to Kazakhstan, welcome to our home city Алматы. Это наша вторая теперь родина. В общем, друзья, приезжайте в Казахстан, здесь невероятно круто. Ваня, действительно, мне удалось тут немного погулять, я встретил абсолютно разных людей, разных национальностей, разных возрастов, разной спортивной подготовки. Все они невероятно счастливы, что внесли свой вклад в область развития спорта, в благотворительность. И я видел только самых одухотворенных людей, которые получили сегодня колоссальное удовольствие, участвуя в этом мероприятии. Я надеюсь, что наши кадры помогут людям со всего мира насладиться вот этой вот невероятной, непередаваемой атмосферой. И поэтому на следующий год, я надеюсь, что уже будем мы с большим счастьем, большой гордостью принимать туристов из Латинской Америки, из Европы, из Америки, из Африки. В общем, друзья, еще раз скажу, welcome to Казахстан. А я, ты знаешь, посмотрел на всех спортсменов и так вдохновился, что решил в следующем году, если позволит здоровье, тоже принять участие в этом марафоне. Поэтому, если ты не против, я пойду тренироваться. А, кстати, друзья, Саше уже давно пора, потому что он здесь в Казахстане немного отъелся, уже килограмм 10, наверное, набрал, так что ему этот марафон будет очень полезен для здоровья. Пока.